План неотложных действий по модернизации работы Ульяновской областной больницы обсудили на заседании рабочей группы под руководством Сергея Морозова. Руководство медицинского учреждения подготовило специальную дорожную карту по дальнейшему развитию комплекса. Вопросов для обсуждения оказалось более чем достаточно – от благоустройства территории до социальной поддержки медиков. В первую очередь, по словам главного врача Натальи Маниной, необходимо отремонтировать терапевтическое отделение, иммунологическую лабораторию и роддом. Наше лечебное учреждение, оно самое старое практически лечебное учреждение. И говорили о том, что это времен царских построек, есть здания там, да, царских времен. Но нет какой-то системности вот, по расположению территориальному зданий. Речь идет еще о том, что асфальтирование дорог, чтобы привести это в норму и чтобы визуально было очень красиво. На территории медицинского комплекса планируется снос 3 неиспользованных старых зданий. На их месте вырастут стоянки для машин и спортивные площадки с тренажерами для медицинского персонала и пациентов. Также будет восстановлена гостиница для иногородних пациентов, которые приезжают в областной центр с других районов. Жители региона, они приезжают к нам на консультации и бывает так, что вынуждены оставаться на следующий день. Была такая возможность, когда за небольшую плату они оставались, чтобы не тратить деньги на проезд на обратную дорогу. По проекту комфортной медицинской среды на территории больницы планируется установить беседки для отдыха около корпусов. Для пациентов с детьми в самих зданиях обустроят детские уголки. А у памятника врача откроют аллею «Врачи Ульяновской области». Участники заседания рассмотрели вопрос социальной поддержки персонала, а именно предоставление медикам служебного жилья. В пределах 3-5 квартир ежегодно в течение 5 лет нам надо приобретать. То есть вот где-то в пределах получается 15-25 квартир мы должны с вами приобрести. По поручению главы региона до 25 мая руководство больницы совместно с членами правительства и Минздрава должны подготовить подробный план мероприятий по модернизации учреждения. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.